все в зале, и все в восторге, и они уходят. Всем привет, мы во Внуково, сейчас очень скоро уже вылетаем в Чебоксары, и уже первый коллапс случается. Я узнаю то, что Марк не успевает с самолета. Короче, у него задержали рейс из Израиля. Собственно, друзья, всем привет. Я стою в Домодедово на паспортном контроле. Должен был сейчас уже отправляться, собственно, с Верочкой на концерт в Чебоксары, но мне еще долго-долго пробираться до выхода, собственно, Чебоксары будут без меня. А я поеду в Ижевск уже на следующий день. Спасибо организаторам за такое гостеприимство. Посмотрите, какой у меня номер. Вот почему в таких крутых номерах, как правило, вот так мало приходится пожить. Теперь я могу показать вам свою террасу. Как-то так. Не знаю, зачем она мне в октябре. Мы едем сейчас в клинику красоты, салон красоты. Мне там сделают массаж. Простите, что травлю вам душу. Когда-нибудь видели меня в таком ракурсе? Завалили цветами. Мне вот после массажа тоже вручили букетик. Здравствуйте. Так, через сколько мой эфир? Мы в эфир выходим через 15 минут. Все, отлично. Ой, а можно чай, да? Да, конечно. Исполнительница, автор своих песен Эльвира Т. Давайте. Я вообще поражаюсь, когда мне, знаешь, там пишут что-то такое, там типа, слушал твои песни в детстве, сейчас мне 10. Знаешь, что-то такое. Меня, конечно, это пугает, потому что я думаю, что я как будто уже старая. Вот слушай. Вроде молодая, а уже старая. Да пожила, но не по тем, не по тем, и ты простила его. Ой, как красиво. Леша, прости, но меня просят на тебе расписаться. И опять отграждение. Буду вся закутанная, а нет. У меня футболочка. Чебоксары. Кулисная жизнь. Мы вместе с моим МС Олегом гладим футболки. Mm-hmm. Он свою гладил и мою. Олег, займи с делом. А? Спасибо, Олег, делаешь. Yeah!
Честно вам скажу, я поспала, очень даже неплохо поспала, часа три, наверное, пока мы сидели в кафешке, там был такой классный диванчик, и я там залипла и реально поспала, и в принципе я выспалась, и в принципе даже могу сказать, что неплохо себя чувствую, вот так. К нам присоединился Марк. Мы в гримерке, у нас осталось совсем чуть времени. Видите, мы пьем чай на гастролях. Зачем столько много воды? Это для Андрея. Чтобы отпиться вообще. Как всегда, футболочка. Вот так вот. Ижевск. Да, давай. Не. Давай. Вот прям не. Давай. Вот. Нафига этот Суприм? Скоро эта футболка будет на ком-то из вас. Ребята, мы идем к вам уже. Ты мог меня приручить, всегда буду за тобой ходить. Ты же смог меня разбудить. Разбег, набор скорости перед отталкиванием. Толчок, собственно, отталкивание ото льда. Группировка, фаза полета. Летя в поезда, самолеты плывут, мы станем красивы, да и обратно. Я знаю, что будет завтра, ну а пока на пороге не стой, не хочу целоваться в пар. Значит, этого человека ждут 100 человек фоткаться. Не 100, больше. Больше 100 человек у сцены фоткаться. Из них трое депутаты. И из них трое депутаты, отлично. Вот попал. Вот и пятиклассники, и депутаты. И все в зале, и все в восторге, и не уходят. Маркер принеси, пожалуйста. Я в Москве нахожусь сейчас, вот еду с нашими подарками. Это я разговариваю с камерой.
Всем привет, я монтажер и сорежиссер клипа «Мутный», и от меня в какой-то степени зависела дата выхода этого клипа, но сейчас она известна, это 16 октября, и победителем становится пользователь под ником «Мео Мур».